Чувашии готовятся к празднованию Дня Республики. Программа мероприятий обсуждала сегодня на заседании Организационного комитета под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина. Подробности в нашем сюжете. В перечне традиционных мероприятий Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ и международный фестиваль фейерверков. Об этом рассказала членам оргкомитета, исполняющая обязанности министра экономического развития Чувашии Ольга Ланцова. Сейчас ведутся последние переговоры и согласования. Яркими событиями станут всероссийский конкурс «Русь мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России». О подготовке к ним рассказала исполняющая обязанности министра культуры Чувашии Татьяна Казакова. Фестиваль проходит при поддержке и финансировании Министерства культуры Российской Федерации. Татьяна Казакова рассказала о том, что в национальном празднике Акатуй будут представлены 13 регионов России, а это свыше 4000 участников. Центральной площадкой всех мероприятий станут Чебоксары. В городе уже ведутся работы по благоустройству центральных улиц и залива. На Чебоксарской набережной будут установлены новые питьевые фонтанчики, увеличится количество скамеек и установлены автоматы для кормления лебедей. В этом году закуплены новые пары лебедей, в том числе пара черных. На центральных городских улицах будут установлены указатели главных городских достопримечательностей. Размещены поздравительные баннеры на русском и чувашском языках. В планах организаторов – проведение детского акатуя в парке 500-летия Чебоксар. Второй площадкой празднования станет Канашский район. В программе запланировано проведение спортивных и культурных мероприятий, а также выставка сельскохозяйственной техники «День поля-2015». Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика.